Охолоченная берета от компании «Курс» поставляется в пластиковом кейсе вместе с инструкцией. Интернет-магазин «Попади в десятку»! Это качественная реплика пистолета «Беретта». Она отличается низкой стоимостью при достойном исполнении. Рамка пистолета сделана из пластика, а затвор из металла. Под ствол можно установить фонарик или лазерный целеуказатель. Мушка с целиком не настраиваются. Здесь можно как взводить курок заранее, так и стрелять самовзводом. У пистолета есть нажимной предохранитель, напоминающий такой же у пистолетов Кольт. Извлекается магазин нажатием на привычную клавишу. У рукояти пистолета приятная текстура, которая удобно лежит в руке. Пистолет можно разбирать, для этого нужно провернуть один штифт и вытащить его. После этого оттянуть и снять затвор. Ствол пистолета заштифтован, также в нем установлены втулки. Это исключает возможность стрельбы любыми твердыми предметами. Пройти через него могут только пороховые газы и огонь. Приобрести любое охолощенное оружие в нашем магазине может любой совершеннолетний гражданин. Для этого вам не нужны будут никакие дополнительные лицензии или разрешения. Для стрельбы здесь используются светошумовые патроны 10 ТК. В магазинах помещается 10 штук. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.